любой человек, действующий в сознании Кришны, даже убивая, не совершает убийства. Бхагавад-гита, как она есть. За сектой кришнаитов тянется длинный шлейф преступлений по всему миру. Первый серьезный общественный скандал разразился в 1979 году, когда кришнаитская община из Калифорнии оказалась замешанной в отмывании денег, нажитых на продаже наркотиков. Не обошлось без скандалов в ФРГ и во Франции. Когда западногерманские блюстители порядка решили навести визит в ашрам во Франкфурте на Майне, удивлению их не было предела, ибо вместо молитвенников и благовонных палочек они обнаружили там целый оружейный арсенал. Тут же был наложен арест, и на хранящиеся в банке на счету общины 720 тысяч марок. Похожими результатами закончился и обыск в западно-берлинском филиале общества «Сознание Кришны», проведенный практически одновременно, и тут было найдено оружие. С этого момента кришнаиты ФРГ были взяты под особый контроль полиции. В прошлом году, 21 марта, в Красноярском крае кришнаит Руслан Любецкий по повелению Кришны убил православного священника и романаха Григория Яковлева, отрезав ему голову. Дело в том, что это не я его убил. Его убил Кришна моими руками просто. Любой человек, действующий в сознании Кришны, даже убивая, не совершает убийства. Бхагавад-гита, как она есть.